Лактіалі Мульті. Залишайся молодою та сяй красою. Я дуже часто чую від жінок, що чоловіки розучилися красиво залицятися. Нібито перевелись ті, хто міг би завойовувати їх серце. Але я тебе скажу, що це неправда. На чому ґрунтується твоя впевненість? До нас на проект звернувся справжній мачо з Кривого Рогу. Знайомся, Артем. Мене звати Крикун Артем, і мені 35 років. Я прийшов в пошуки крошки на мільйон. В моєму окруженні дуже багато спортивних, сексуальних, розтягнутих красоток. Я люблю добиваться девушек. Это такой мой лайфстайл, не знаю. Есть денежки, есть ночные клубы, много красоток хороших. Я тогда получаю удовольствие. А какая твоя профессия? Инвестор можно назвать. Мы вложили деньги в недвижимость, автомобили и металл. У меня есть люди, которые этим всем занимаются, я могу контролировать это удаленно. Я очень люблю активный отдых, спорт, экстрим, роуджампинг, парашют, сноубординг, вейкбординг. Мотоциклы, автомобили. Такий український Він Дізель. Він Дізель пытается быть похожим на меня. Тоді почекай. Ти фінансово незалежний, займаєшся екстримом. Навколо тебе завжди гарні жінки. Чому ти прийшов до нас? Я ищу девушку, которая зацепит меня, которая будет с изюминкой. Что-то в ней будет такое, что я буду хотеть для нее делать, сделать все. Этого не хватает во всех моих знакомых подругах. Расскажи про свои колишні стосунки. Мы разошлись с женой 2 года назад. Наши отношения длились 13 лет. У нас есть сын, ему 11 лет. Я любил картинку. Ну, такой эксклюзив я не мог пропустить просто. Когда среди всей дискотеки стояла эта богиня, я просто сказал, что это мое и все, и никому не отдам. Но мы разошлись, потому что у меня были напряги в отношениях с супругой. Мы были с ней очень разные. И что я понял в жизни, что нужно находить себе человека, чтобы у нас были общие интересы, чтобы было очень комфортно. Она должна быть умная, позитивная, спортивная. Мне интересно общаться с девушками, у которых есть дети. Вот как-то они то ли открываются, и какая-то есть привлекательность. А якщо жінка буде викликом для тебе, вона буде настільки крутою, що тобі доведеться постаратися заради неї, ти готова для такого виклику? За все готов. Радувати її подарками, романтичні якісь речі робити, удивляти її, дарити їй нові емоції, нові відчуття. Я дуже впевнений в собі. Я любую можу, мені здається, покорити. Артем впевнений, що він знайде підхід до будь-якої жінки. Дань, в нього в інстаграмі так. Ціла купа дівчат. Здається, що він прийшов за легкою здобиччю, щоб покрасуватися на всю країну. Це було в минулому. Він дуже втомився від дівчат. І зараз він шукає справжні стосунки. Артем хоче зробити виклик самому собі. Тож, пропоную дати йому таку можливість. І в пару Артемові дати норовливу, розумну, впевнену в собі Валерію. Меня зовут Валерия. Мне 36 лет. Я успешная и уверенная в себе женщина. Я работаю маркетологом, управляю крупным медицинским предприятием. Я красивая, умная, уверенная. Недостатка в мужском внимании я не испытываю. Мои мессенджеры просто переполнены всевозможными сообщениями. Они приглашают меня в кино, они ждут меня возле подъезда, они присылают мне цветы. Даже есть суперзвезда мирового масштаба. Он мне поет онлайн. Но еще достучаться до моего серьезного сердца не получается у них. Я строга. У меня очень много критериев. Первое, что мне не нравится, вот, все, я дальше не пойду. Если мужчина пишет с ошибками грамматическими, я никогда не отвечу ему на смс. Огонечки на сторис, лайки. И что, я практически ухаживаю. Но, извините, для меня это просто смешно. Ты уже была замужня? Я была замужем 3 раза. У меня 2 детей, 2 девочки.
Я выходила замуж на этапе конфетно-букетных отношений. Меня просто под белые рученьки ведут в ЗАГС. Первый брак, он был студенческий. Я его любила очень, как он меня. Но как бы недолго длилась эта идиллия. Ему нужно было срочно переезжать жить в Европу. Он поехал, а я осталась, когда я была на 8-м месяце беременности. А він не кликав тебе потім? Дело в том, что пока он меня кликав, я вышла еще раз замуж. Я не держусь в отношениях. Если мне в них некомфортно, я ухожу. Я всегда уверена о том, что я никогда не буду одна. И какого человека зараз ты себе шукаешь? Должен быть веселым, потому что чувство юмора помогает нам сглаживать многие нюансы, которые происходят в жизни. Мне нужен активный мужчина, который способен удивлять. Ми шукаємо того, у якого вистачить енергії пройти всі випробування і дочекатися взаємності від тебе. Совершенно верно. І якщо я зустрічу його на проєкті, я готова йому сказати своє четверте і окончательне «да». Слухай, мені дуже подобається твій вибір. Мені здається, що Валерія – саме те, що потрібно Артемові. Вона не схожа на тих дівчат, яких ми бачили в інстаграмі Артема. Такий міцний горішок. От і перевіримо, чи дійсно він такий ловелас та мачо, як себе позиціонує. Мені здається, це буде дуже цікава пара. Несмотря на то, что я была несколько раз замужем, это первое мое свадебное такое настоящее платье и фата. Я себе очень нравлюсь. Я себя чувствую превосходно. Я решил позвать сына, потому что мой сын – это мое все. Это моя жизнь, моя любовь. Самый главный человек в моей жизни. Ну что, ты готов, сынок? Да. Уже хочешь увидеть невесту? Да. Я тоже. Главное, чтобы она была красивая. Нужно почувствовать, чтобы мы с ней были на одной волне. Если она позитивная, да, хорошее чувство юмора. Надо брать. Меня провожал на свадьбу мой друг. В плане совета и помощи я часто обращаюсь к друзьям-мужчинам. Ожидания. Мне кажется, что он будет сильный духом, сильный физически. Так. Мне кажется, он будет очень классный. Вы бы ты хотел видеть рядом со мной? Добрую, умную, красивую. Чтоб все покупала. За папой на день? Да. А что мне сделать, чтобы покорить женщину? Как ты думаешь? Дарить подарки, кофе в постель. Ты готов? Конечно, сынок, готов. Ты знаешь папу. Угу. Папа сможет завоевать любую женщину. Да. Давай пять. Красавчик. Люблю тебя. Сейчас мы там посмотрим, что что-то будет не так. Как бы ты же знаешь. Звонок другу и выбегаешь, и поехали. Хорошо. За тебя пусть этот эксперимент положительный изменит в твою жизнь. Спасибо. Давай выпьем за папу на свадьбу, да? Мой будущий муж кажется мне достаточно взрослым, накачанным, почему-то либо русым, либо лысым. Моя жена должна быть позитивная, с хорошим чувством юмора, супер-секси-богиня. Если мой муж будет вести себя в первую очередь вежливо и уважительно, он будет самым счастливым человеком. Но а если он позволит себе что-то лишнее, ну, ему не поздоровится. Я уверен в себе, я всем нравлюсь и точно ей понравлюсь. Я кладу в семейный бюджет 1000 гривен. Это мало на неделю, но я уже практически замужем, поэтому посмотрим, как муж будет выкручиваться из этой ситуации. Я кладу в семейный бюджет 14 000 гривен. И я против, чтобы в семейный бюджет моя супруга ложила деньги, потому как считаю, что семейный бюджет – это полностью на мужчине. Здравствуйте. Артем, привет. Как настрой? Волнуюсь немного. Хотя у меня такого в жизни нет. У меня очень тяжело привести состояние, но сейчас есть. Ты боишься, что ты не сподобаешься? Ты боишься, что наречена тебе не сподобается? Что я навряд ли. Я пушистый, ласковый, очень позитивный, красивый парниша. Яка самовпевненість на перший погляд? Ну, чуть-чуть есть, да. Час покаже.
Сподіваюсь, що в тебе вийде вразити твою дружину і підкорити її серце, і вона тобі відповість взаємністю. Бутоньєрка твоя. Так. Ходімо. Когда я подходил к алтарю, я увидел, что мой сын сидит, а по другую сторону сидит молодой парень. Он взглядом меня сверлил. Думал, брат. Мы переглядывались. Когда я увидел жениха, я заметил, что он волнуется. Он просто же не знает, что его ждет. Валерія, вітаю тебе. Добрий день. Хвилюєшся? Ні. Це тому, що ти звикла виходити заміж? В четвертий раз. Ну, четвертий, чому б і ні. Як говорила моя бабушка, краще 40 разів по разу, ніж не раз, а 40 разів. Я сподіваюся, що це буде останнє весілля. Я теж так сподіваюся. То все буде дуже класно. Це твій букет. Дякую. Фото. Я доверилась Даниэлю, крепко держалась за его руку, и мне было идти очень комфортно. Я сжимал руки от волнения, кулаки, прям этот момент, когда подходила невеста. Все хорошо. На что я обратил внимание? Это мой типаж фигуры. Руки, плечи, стройной, худенькой красотки. На грудь обратил внимание. Все в моем вкусе. Я пыталась под фотой рассмотреть, сколько могла. Я увидела кусочек туфли. И вот думаю, ага, понятно, лакированные туфли, значит, модник. Валерия. Артем, приятно. Очень приятно. Такая инициатива от девушки мне понравилась. Я вас люблю. Уже? Да. Как мы быстро все. Вот так и мы и познакомились. Что ж, молодята, вы готовы? Так. Наречений, чи с доброй воли та за власним бажанням вы одружитесь? Так. Наречена. И она паузу продержала. Ого, я заволновался. Может, у нее там где-то есть, что она подсмотрела меня, и я не в ее вкусе. Сегодня я целое утро ждала, когда я начну волноваться. Проснулась, не волнуюсь. Выбрала платье, не волнуюсь. Сделали прическу, не волнуюсь. И я тут, понимаешь, наверное, я волнуюсь. Наречена. Да. Чудово. Вы обменяетесь обручками. Увидел хрупкие пальчики. Артем надел мне кольцо. Он сделал это очень уверенно. С кольцом мне хорошо, комфортно, и оно село как родное. Ей не видно за фотой, где находится моя рука. Проявил инициативу и... Она могла бы, знаете, еще есть такие моменты, такая, да ладно, и выкинула. А я раз, да нет, мала, будешь со мной. Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Ви можете підняти фату і поцілувати вже вашу дружину. Самий, мабуть, такий момент. У мене серце чуть-чуть так випригувало. Не волнуйся. Він зі страхом піднімав фату. Я прям задержував воздух. Такое у меня було два рази в житті. Сьогодні прыжок з парашютом. Шаг сделать. Это последний шаг, который надо сделать. Поднял фату или не поднял? Ну, когда я поднял, я сразу же все успокоился. Привет, красавица. Привет. Привет, красавица. Приветствие меня удовлетворило на все сто, потому что я поняла, что ему понравилось. Мне понравилось черты лица, губы, нос, глаза, цвет волос. Просто супер секси богиня. Приятно познакомиться. Внешность мне показалась стильной.
просто все, все в нем как-то гармонично. Жарко стало, или у меня пот бросает? Да. Ну тоже. 7 днів ви проведете під одним дахом. І якщо щось піде не так, у вас є білий прапор. Ви його вивішуєте, і ми з Іриною приходимо на допомогу. Але я сподіваюся, що він вам не знадобиться. А зараз гості можуть привітати молодят. Видела там маленького мальчика з букетом красних роз. Наверное, это его сын. Привет. Привет. Как тебя зовут? Никита. Очень приятно, Валерия. Тебе тоже приятно, да. не волнуйся. Мне понравились ее глаза, платье, как они вместе смотрятся с папой. Счастья, здоровья. Спасибо. Так и будет. Наличие детей у мужчины свидетельствует о том, что наверняка он уже знает, что такое отношения. Он ответственный. Это хорошо. Артем. Павел. Приятно. Мы с тобой еще на 2 слова. Я как бы расскажу то, что бы надо знать, с чем придется столкнуться. У меня сразу такая реакция, что за тема вообще. Это исключительно по-мужски. И отдавать друга другу, ну, это ответственность. Ты хотел поговорить? Я решил, как друг Валерий, дать минимальные вводные. Ну, оказалось, что это не брат. Интересно, интрига хорошая такая получается. Не испытывай иллюзий, что будет здесь легко и просто в плане завоевания доверия. Она не простая женщина, ее нужно добиваться. Это испытание для тебя, испытание для нее. Окей, для меня нету ничего невозможного. Будем добиваться. Я покорю эту малышку, это 100%. Не переживай, она в надежных руках. Вызов принят. Мне уже принципиально интересно, насколько и как он будет добиваться. Если он сделает все как надо, он будет самым счастливым человеком на этой земле. Я увидела дорожку, выложенную огнями. Стоял стол, шампанское. Обычно на первых свиданиях девочки всегда волнуются. А я порхаю, это моя стихия. Подать пледик. Благодарю. Открываем шампанское. Я себе всегда ощущаю, что ты красавчик, ты лучше всех. Давай выпьем за нас. Я чемпион. Добиваться красоток. Это я заказывал гром. Ты же любишь дождь. Да. Все да. Я сделал. Ага. Видно было, что он старался, чтобы мне понравилось. Это было на показ. Ах, вот, красавица. Красавица, хорошо выглядишь. Это был комплимент. Комплимент, не знаю. Я еще и даже сказал, что я тебя люблю. Я подумала, что это самонадеянно. Я не люблю, извините, дешевых каких-то трюков. Ты хочешь, чтобы я тебя покормил? Да ладно, давай покормишь. Другой день давай. Во мне включается спортивный интерес. Насколько и как он будет добиваться. Я это добивание легким не делаю. Где ты работаешь? Я вообще нигде не работаю. Так, да. Хорошо. Есть проект, можно сказать, как инвестиции. Мы машины с Америки возим, металл. Он рассказал про достаточно расплывчатый. И я не смогла отнести его ни к одной профессии, которую я там в голове себе нарисовал. Ты любишь машины? Ну да. Но у меня нет машины. Начало-то. Да, да. Валерия вела себя очень уверенно. Вообще волнения не видно никакого, просто она спокойна. Не то, что у меня было все раньше, которые там дрожат и трепещут. А какие у тебя интересы? Я люблю экстрим, люблю активный отдых. А я люблю. Да? Угу. Не состыковочка. Очень всегда самоуверенно себя чувствовал как-то в любых компаниях. И впервые увидел девушку, она себя чувствует очень комфортно. И плюс еще совет ее друга. Она не простая женщина, ее нужно добиваться.
это испытание для тебя. Я это держал у себя в голове. Начал что-то запинаться, троить, волноваться. Моя очередь насчет вопросов. Я сейчас еще один задам. Это твой сын был на свадьбе? Да, да. Сколько ему лет? 11. 11? А когда родился? В каком месяце? 7 июля. Видно было, что он переживал. Волнение мужчин я расцениваю как то, что я им понравилась. То есть, если он стесняется и волнуется, то я попала в цель. У меня старшей дочке тоже 11 лет. У тебя есть дети? Да, у меня 2 дочерей. Меня это не смутило ни капли. Я очень люблю детей. Всегда хотел себе дочерей, теперь мне даже не надо трудиться. Я была несколько раз замужем. А дочки от одного супруга? От разных. От разных? Да. Такая со стержнем. У меня проснулся азарт. Я был настроен на то, что все 7 дней ее как-то завоевывать. У меня есть подарок тебе. Ух ты. Да. Я люблю получить в подарок сережки, колечко, духи. Думаю, моя будущая жена по-любому будет любить готовить. Не дай бог, сковородку мне подарит муж. Такой вот перчик нам. Ух ты. Спасибо большое. Ничего не было удивительного. Мне дарили растения в горшках. Да. Мы заметили на столе записку, которую нам оставили ведущие. Молодята, ми підготували для вас гру. Поруч з вами висять пін'яти. Ми повинні їх розбити в кожній пін'яті. Завдання. Якщо ми відмовляємося виконувати завдання, ми повинні випити текілу і слізати соль з руки партнера. Супер. Я вже боюся. Боїшся? Не бойся. Хорошо, я тепер замужем. Бойся, теперь ты. Я сразу решила, что это подвох. Мне было важно, чтобы Артем первым открыл задание, чтобы понять, откуда чего ждать. Палочку. Держи. Подозревал, что будет то ли поцелуй, то ли может там на руках поносить, какое-то сближение будет с ней. Я был настроен завоевывать. Задание. Поцелунок партнера в губы. Пей. Ты не дашь? Нет. Она запретила быть добру. Долизать? Я не была готова так близко сближаться. Поцеловать партнера в шею. Опять? Ну что же это такое? Ну, в шею что, нельзя целовать? Нет. Он решительный и как бы не отступает от своей цели. Но оборону я держала. Покажи. Секс просят. Пей смело. Хочу, не хочу. Придется. Я пью. Дізнатися ерогенну зону партнера и поцеловать ее. Пошли наливать. Расслабление начало наступать. Это уже была какая-то совместная игра. В щеку. Я сегодня тебя целовал 2 раза. Тут чуть-чуть ниже. Это даже не до груди не доходим. Просто сюда. Могу? Когда я целовал в шею, пульс залетел и волнение поднялось. Это было приятно. Можно пойти посмотреть, где мы будем жить? Да, я тоже за. Поняла, что Артем достаточно смелый и достаточно рисковый. Подумала, что, наверное, этот мужчина может делать поступки. Мне уже не терпелось зайти посмотреть, где мы живем. Ух ты! Смотри, какая у нас кухня. Супер. Мы сразу заметили портрет. Вау! Ух ты! Так мило! Класс! Но это было необычно. Мы впервые увидели себя со стороны. Мы как пара смотримся симпатично. Он стильный, я красивая. Идеальная пара. Обалденно. Угу. Мне уже хочется побыстрей в нашу спальню. Впереди брачная ночь. О, по-любому я первый сплю в спальне.
Дорогой, ты что так путаешь? Мне, конечно, очень хотелось поспать с Валерией. Мы тогда будем вместе спать сегодня? Нет, мы не будем спать вместе сегодня. Неужели он такой самонадеянный, что решил, что мы с ним будем спать вместе? Почему? Я могу не снимать это. Нет. Нет, тогда я подаю на развод. Разбудишь утром. Ты что-то путаешь. Сегодня я сплю здесь. Я не считаю, что девушка может спать в первую ночь с парнем, с которым она познакомилась часа два назад. Спасибо тебе, да, за доброту. Да, тебе спасибо. Да, окей, я тебе уступаю. Класс. Самое приятное мне дело. И с тобой приятно. Мне хотелось еще сближений. Прекрасно. Все, теперь оставляю тебя. Спокойной ночи. Ночи. Я люблю тебя. Спокойной ночи, мой дорогой. Удобно, буду спать здесь. Я красавчик. Я уверенный в себе. В ближайшие пару ночек я ворвусь к ней. Артем приятный молодой человек, но я не настроена сдаться легко вообще. Нужно будет постараться для того, чтобы завоевать мое сердце. У меня уже есть план. Все 7 дней дарить ей какие-то позитивные эмоции. Я бачу, що мачо Артем під час того, як намагався привернути увагу на себе Валерії, зазнав поразку. Валерія для Артема виявилася дуже міцним горішком. Я не побачив ні азарта, я не побачив екстрима. Він хвилювався. Він навіть забув день народження сина. Ти знаєш, часто так буває, що на перший погляд такі самовпевнені чоловіки вважають себе мачо, такий король-лев, він може підкорити будь-кого, арсенал просто в нього різних методів, як це зробити. А потім поступово при першому ж зіткненні з ситуацією, яка не відповідає його звичній манері, відбувається кулька, здувається. Мені здається, йому треба зараз виключити мачо Артема, тому що це не працює. І він виглядає не як мачо, а як невпевнений собі чоловік. Тому що він є невпевнений в собі чоловік, але намагається позиціонувати себе як мачо. Можливо, це пов'язано з його колишніми стосунками, можливо, це пов'язано з його колишньою дружиною. Є декілька варіантів, як поводяться чоловіки після болісного розлучення. Є чоловіки, які тримають жінок на відстані і взагалі не підпускають до себе. Є чоловіки, які навпаки намагаються одразу заповнити пустоту і пускаються в усі тяжкі. Змінюють одну жінку на іншу, не вирішивши проблем, які спровокували ситуацію в колишніх стосунках. Яка саме ситуація була ключовою, що спровокувала таку поведінку Артема, ми це з'ясуємо в процесі. Я проснулся пораньше и побежал на пробежку. И решил сделать пробуждение супруги очень приятным и романтичным. Добрый день. Латте, пожалуйста. Один большой. С собой. Потом забежал в цветочный магазин, чтобы это все украсить. Спасибо. Я очень переживал, чтобы она не проснулась, потому что сюрприз бы испортился. Дорогая, доброе утро, просыпайся. У меня тебе сюрпризик. Доброе утро. По-моему, это идеальное утро любой девушки. Салат на обычном молоке. Я люблю на миндальном. Я промазал с молоком. Ты у меня для этого должен был об этом спросить. Я старался. Люблю, когда стараются. Я исправлюсь. Она непростая, и она отличается от всех моих подруг. Котика сегодня спас. Бегу, на дереве котик мяукает. Я забрался на дерево.
Да, я его спас, а он укусил. Какая неблагодарная скотина. Не, я люблю котиков, собачек. Две недели назад спасла белку. И у нас много общего. Заметила, да? Угу. Но ты так и не знала о том, что я пью кофе на миндальном молоке. Для того, чтобы таких ситуаций не повторялось, я подготовила для тебя правила. Супер. Я тоже подготовил тебе правила. Предлагаю пойти собираться. Да, пойдем. Мне стало очень интересно, какие правила могут быть озвучены Валерией. Итак, мое первое правило. Удиви меня, если сможешь. Я очень люблю сюрпризы. Очень приятно, когда твой любимый человек их делает. И вот хотелось бы посмотреть на Артема вот в данном задании. Согласен? Да. Я люблю вообще по жизни внести позитивные эмоции. Ставим галочку, уже выполнил. Согласен? Он подумал, что он удивить меня сможет в любом случае. Я не спешу никогда с выводами. Правило номер два. Женская работа не бывает. Это значит, что я хочу, чтобы ты со мной разделял маленькие домашние задания. Мне бы хотелось, чтобы муж принимал участие минимально в домашних делах. Чтобы не бросал жену и просто составлял ей в компанию в каких-то элементарных вещах. Например, какие? Например, я готовлю, ты моешь посуду. Легко. Я сплю, ты гладишь. Это нет. Согласен? Согласен? Согладить нет, с остальным – да. Мое мнение, в быту женщина должна по дому, семейный очаг, дети, это ее как хобби. Мечты должны сбываться. Это очень важное правило для меня. Я подготовила список из разных своих желаний, которые мне бы хотелось, но я их еще, например, не осуществила. Угу. Держи. Это мои мечты. Когда я открыл конверт, я был немножко шокирован, потому что он там был такой громадный. Вот такой файл. Научиться ездить верхом на лошадях. Полететь на воздушном шаре. Пикник на природе. Купание с дельфинами. У меня мозги летают. Полет на параплане. Завтрак в постель и спа на двоих. Шоколадный массаж. Для Валерии готов быть джином, но только Валерия должна быть дисциплинирована и понимать, что у нас есть бюджет. Все мои правила ты принимаешь. Да. Давай. Теперь пришла моя очередь озвучивать свои правила. Нет жизни без экстрима. Люблю активный отдых, люблю спорт. И мне нравится такой образ жизни. Я не хотел, чтобы меня напрягали и запрещали это делать. Ты готова попробовать выполнять? Я человек не экстрим. Я сразу начала думать, что он попросит меня прыгнуть с ним с парашютом, не дай бог, либо еще чего-нибудь, и поэтому оно меня насторожило. Я не хочу чему-то, да, тебя навязывать. Вот, которое пока тебе ты такое... меня просто пугаешь. Мы попробуем лайтовое, да? Вот. Принимаю. Второе правило. Я нравлюсь женщинам, но это не то, что ты подумала. Если ты красивый парень, окей, ты нравишься женщинам. Я нравлюсь мужчинам. Что я буду тебе об этом говорить? Я многим женщинам могу делать комплименты. И мне важно, чтобы моя жена приняла это и не ревновала. Это просто сделать приятно, да? Привет, красавица. Вот, ну, это первая фраза, которую ты мне сказал на свадьбе. Привет, красавица. Привет. Это же был комплимент. Да, я его применяю, но это мое правило. Ты готова его принять? Меня это просто убило. Я хочу посмотреть на это в реальной жизни и потом оценить. Третье правило. Чужих детей не бывает. Я очень люблю детей, и своего сына, и чужих детей. Люблю собирать детей, друзей моего сына, и свозить их в пиццерию, свозить их в какую-то кафешку, там, свозить куда-то на какой-то там игровой комплекс. Я очень это люблю. Это классно, это вообще супер. Люди, которые любят детей, они добрые. Ты принимаешь мои правила? Да. Супер. Я люблю тебя. После того, как мы озвучили правила, мы с супругой решили поехать в магазин за покупками. Мне было интересно, сколько денег он выделил в наш семейный бюджет. Я положил 14 тысяч. Я считаю, что супруга не должна ложить деньги в бюджет. Очень нравится мне твоя позиция. Я принимаю только такую.
В моей жизни всегда было, что мужчины обеспечивали и кормили семью. Я положила 1000 гривен. Для меня не важно было, сколько Валерия положит конверт, потому что я положил достаточно. В вопросах бюджета мы сошлись. Я предлагаю сейчас подумать, что мы будем готовить, исходя из этого, купить продукты. Давай. Какие тебе нравятся помидоры? Серьезно? Я люблю. Да. Я хочу именно все то, что Хорошо. Ты любишь. Продукты выбрала я, мы брали все, что необходимо. А мне нужна сухая сырокопченая колбаска. Спасибо. Хорошо выглядите. Красиво. Я мужу завидую вашему. Артем в супермаркете оказался уж очень импульсивным мужчиной. Опаря, добрый день. Нам нужна мука. Подскажите, где есть мука? У этой красавицы самый лучший кофе, да, дорогая? Да. Я знаю, ты очень красивая, знаешь. Я люблю тебя. Мне это стало неприятно. Я не люблю, извините, дешевых каких-то трюков рядом со мной. Я его не сдерживала. Мне хотелось посмотреть, вот как он разойдется дальше. Поэтому я наблюдала. Кто на кофе? Здесь работала красивая девушка. Позовите, пожалуйста. Малышка, ты здесь. Я люблю тебя. Нам надо 100% арабика. Сколько возьмем? Я себя вел в супермаркете, как обычно, какой я есть в жизни. Одной, двум, трем сказал такое, все, я... И они улыбаются, и меня в ответ пустили, в меня эту энергетику позитивную. Это классно, жить в удовольствии, кайфовать от жизни. Я хочу прожить так же само эту неделю, и если у нас все сойдется, нам будет комфортно, всю жизнь хочу так жить. Для меня это странно. Когда взрослые, самодостаточные мужчины так себя ведут. Вот тоже красавица. Добрый день. Хорошо выглядите. Спасибо. Завидую вашему мужу. Если бы он не был мой друг, я бы его на дуэль вызвал. Мы бы стрелялись за вас. Меня, конечно, это обидело. Когда мужчина рядом со мной, мой муж, кричит любой другой женщине: «Привет, красавица, привлекает внимание». Я его не могла понять до конца по поводу девушек и по поводу поведения. Мне хотелось выяснить, чтобы уже складывать полноценное мнение об Артеме. Малышка, ты здесь? Я люблю тебя. Честно кажучи, я трошки в шоці. Він вирішив зізнатися в коханні всім продавцям. Це не робить його мачо. Такі фразочки нічого не робить. Ці фразочки роблять, але мають зворотній ефект. У Артема є переконання, я так бачу, що дуже багатьом жінкам не вистачає такої уваги чоловічої. І тому Артем вбачає в себе таку місію, хоч на хвилинку подарувати їм оцю емоцію щастя. Хоча насправді, я думаю, глибоко всередині він десь відчуває себе нещасливим і намагається компенсувати це за рахунок такої поведінки. І він щиро вважає, що це класно і круто виглядає. Це виглядає вульгарно, це абсолютна неповага до Валерії. У мене був друг, який повна копія Артема. Він був у стосунках з дівчиною. Коли він заходив в супермаркет, чи ми сиділи у кафе, у барі, у ресторані, він був дуже вульгарним. Приваблював до себе увагу. Так. І колись підійшла до нас, до нашого столику, одна дівчина, доросла, сказала: «Ви дуже вульгарний чоловік, і вам треба бути соромно перед вашою жінкою, що ви такий». І з тих пір він ніколи не веде себе так. Це було так неприємно. А про що це свідчить? Про те, що він був переконаний, що він круто виглядає збоку, і тільки ця жінка, яка невідома і просто стала свідком так. цієї ситуації, вона підійшла і сказала йому правду. Цікаво, що стоїть за такою зухвалою поведінкою Ловеласа. Прийшли домой, загрузили холодильник. Слушай, а как найти тебя в Инстаграме? Я продолжала его исследовать. Вот он. Pretty Boy. Да, вот. Какой ник. Pretty Boy. Красивый мальчик. Мальчику 35 лет. Я в Инстаграме несу людям позитив. А кому вот эти цветы?
цветы подруги. А вот это кто? Это мой тренер по йоге. А это? Что это, за цветник? Это день рождения. Ты один мальчик на этом дне рождения был? Да, да. Такое бывает. Видела, что практически каждая фотография, которых там было несметное количество, там находится с определенной девушкой. Ой, еще времени. Две девочки. А это кто? Подруги. Это Оля, это Яна. Сколько их уже было? Ксения, Валерия, много. Ирина. Да, очень много. Это говорит о том, что он бабник. Купальники. А это я даже не знаю ее имя, знаю в ник только. Прекрасно. Просто сфоткались и кинули. Казалось, что половина девушек не знает даже имени. Для меня это показалось странным. Слушай, но меня, конечно, как твою жену сейчас, да, очень сильно смущает количество женщин в твоем инстаграме. Мы не будем влазить в мою жизнь, то, что было до отношений. Сейчас, когда мы женаты, да, ты будешь выкладывать такие фотографии? Тебя это будет напрягать? Ну, мне это было бы неприятно. А мы говорили по поводу принимать меня таким, каким я есть, и что я нравлюсь женщинам, но это не то, что ты думаешь. Ну, пока я по инстаграму вижу, что тебе нравятся женщины. Нравятся разные и много. Предъяву мне кинула. Что здесь плохого? Я не вижу. Что здесь плохого? Как твоя жена должна чувствовать себя единственной и любимой, если ты ее и продавщица в супермаркете делаешь им одинаковые комплименты? Привет, красавица. Красивая, мужу завидую вашему. У этой красавицы самый лучший кофе, да, дорогая? Мне, как жене, хотелось бы, чтобы мои комплименты были особенные. Количество женщин одинаковых комплиментов меня напрягает. Вот серьезно. И мне оно становится вот таким стопом. Спасибо. То есть это сразу, знаешь. Ага. Вопрос для меня был не закрыт. Валерія назвала Артема бабієм. Ти як думаєш, він такий чи ні? Я думаю, що ні. Тому що не завжди, коли чоловік робить вигляд, що навколо нього дуже багато красивих жінок і він такий мегапопулярний, свідчить про те, що йому потрібно змінювати постійно одну жінку на іншу, і він такий доходить з ними до фінальної крапки. Чоловіки, які можуть насправді підкорити будь-яку жінку, які дуже харизматичні, взагалі про це не кричать. У них немає потреби. Ну, ми ж бачимо, що він достатньо поверхнево себе поводить. Тобто він кидає такі фрази, які нічого насправді не значать, і він в ці фрази не вкладається емоційно. Тобто це свідчить, що в нього закритий емоційний центр, що він близько до жінок не підходить і їх до себе не підпускає. Все на такому рівні, ей, красотка, все інше, те, що для нього безпечно. Він насправді боїться близьких стосунків. І оце «Ей, красавіця!» – це спосіб тримати на дистанції жінок. Артему пора міняти тактику і не показувати на всю країну, який він класний. А від щирого серця робити приємно Валерії. Тим паче вона дала конкретний список, що їй подобається. Я собі взяв на замітку, що потрібно постараться выполнить ее мечты. Я подготовил все для массажа, я позвал Валерию. Дорогая! Я решил выполнить твое желание и сделать тебе шоколадный массаж. Как мне показалось, она приятно удивилась. А я просила шоколадный массаж в спа. Я помню, что ты просила, но я решил попробовать сам. Настоящий шоколад? Черный. Ну, а палочка? Это? Да. Есть. Ну, тогда, пожалуй, я согласна. Мне Окей. нужно только переодеться. Вот тебе полотенечко. Для того, чтобы меня добиться, с одной стороны, это сложно, наверное, а с другой стороны, очень просто. Нужно просто искренне ко мне относиться. Вот искренне заботиться, искренне хотеть что-то для меня сделать. Ну что, ты готова? А ты готов? Вроде бы да.
Я массажи давно не делал. Ты их вообще делал? Да, когда-то делал. Мне кажется, это очень романтично. Я так подругам делаю часто. На ногах тебе нравится, когда делают? У нас сейчас массаж или просто я машу шоколадом? И я тут поняла, что шоколад, в общем-то, уже начинает застывать. На самом деле, сначала надо было сделать массаж, а потом все это залить шоколадом. Давай на спинке. Во время массажа Артем почему-то начал шутить. Тут мне такая идейка пришла. Если у меня будет это хорошо получаться, нам можно будет открыть семейный бизнес. Спа-салон у Артема и Валерии. Название провальное. Можно... Все, завалился сразу. Такой напряг был. Я это чувствовал. Хотя я все старался делать. Как по массажу тебе? Хорошо. Наш разговор вообще напоминал разговор двух друзей. Я ожидала от него больше искренности. Дорогая, я заканчиваю. Как тебе массаж? Хороший массаж. Но я думаю, что тебе стоит еще поучиться. Поучить. Потому что делал его еще лучше. Валерия пошла отдыхать, а я решил сделать еще один сюрпризик. Приготовил ей ванну с солью, с пеной, со свечами и с лепестками роз. Мне кажется, это очень романтично. После такого сюрприза я смогу поспать с ней в спальне. Ты еще не спишь? Нет. У меня для тебя сюрприз. Опять сюрприз. У нас утром, днем и вечером сюрприз. Поесть не успевали между сюрпризами. Тебе надо, почему ты в халате? Тебе надо расслабиться и довериться мне. Он меня заинтриговал. Нормально. Мне очень захотелось посмотреть, что же там такое. А может быть, там что-нибудь из моего списка. Ступеньки аккуратно. Ты аккуратно. Жесткий рос. Я просто как на крыльях ее вел. Оп. И так мы идем. Влажно. Стало. Влажно? Воздух влажный. Это все для тебя. Вау. Красиво. Я увидела много пены, лепестки роз, стоит бокал вина. Это все для тебя. Супер. Кстати, халат меня очень сильно сбил. Тебе надо... Почему тебе... ты в халате? Я подумала, что он прям уже сам подготовился, такой готовенький, ведет жену в ванной. Мне показалось, что Артем захочет принять эту ванну со мной. Вино, свечи, лепестки роз. Могу спинку потереть, если хочешь. Спасибо, я приму этот твой сюрприз. Сама будешь принимать? Не хочешь спинку потрогать? Но тут она пасанула. А как мы сегодня будем ночевать? Ну, будем ночевать так же, как и вчера. Ничего не поменялось у нас? Ну, пока нет. А почему? Мне нужно знать тебя еще немножечко поближе. Валерия меня расстроила. Рановато, малой, иди спи на свою кушетку. Сюрпризы есть хорошо, но я видела в этом такой легкий, неглубокий какой-то подтон. А хотелось уже уйти поглубже, чтобы он увидел, что у меня внутри, и посмотреть, что же у него внутри там. Я делаю сюрпризы, исполняю желания. Мне бы было приятно, если бы это было бы взаимно в мою сторону. Но пока месть я ничего не увидел. Валерія дуже в нас норовлива і, як виявляється, примхлива. Вона на початку дала Артемові цілий список своїх бажань, що б вона хотіла спробувати, чого не пробувала і що їй потрібно. Тепер вона вже бідкається від того, що сюрпризів занадто багато. І все якось щось не підходить. Хочу, не хочу, погано, добре.
Вона звикла до того, що чоловіки залицяються. Але при цьому вона сприймає все як належне. Не соромиться говорити їм так, як думає, зразу, одразу в лоба і не піклуючись про те, що відчувають вони. Вже почалась та стадія, коли в стосунках потрібно вкладати. Коли не потрібно тільки чекати від чоловіка, що він буде тебе обслуговувати і давати тобі все, що ти хочеш. Вже потрібно щось давати у відповідь. Поки що я тобі хочу сказати, я не побачила нічого, що Валерія дала Артемові. Мені здається, що ресурс Артема скоро закінчиться. Але ж він сказав, що це для нього виклик, і він зробить все від нього так, залежне так, для так. того, щоб підкорити Валерію. Мені було приємно приготувати собственноручно миндальне молоко. У Влада это немного кофе и очень много молочка. Валерия! Я опять приготовил тебе сюрприз. Только не говори мне, что это. Давай я сама угадаю. Давай. Неужели ты это сделал? Наконец-то я дождалась миндального молока. Я готовил этот сюрприз еще когда мы ездили за покупками в супермаркет. Я припрятал миндаль и немножко подучился в интернете, как это делается. Сам готовил миндальное молоко. Скажи, какой вкус? Хороший? Все получилось? Потому что делаю впервые. Очень вкусно. Ой, я его так люблю. Я обрадовалась, что вообще он это сделал, он понял, что для меня это важно. Может быть, он начал слышать меня немножко больше. Сегодня я решил позвать сына, пригласил его друзей, накрыл стол. А у нас есть водные пистолеты, хлопушки, сладости. Мне была интересна реакция Валерии, как она воспримет моего сына. Не надо! Не надо! Стоять! Куда ушел? Никита вышел с плохим настроением и с обиженным лицом. Мне ничего не надо. Никита! Сюда! Потому что приехал раньше времени, и нужно было подождать, пока я все подготовлю, чтобы устроить им сюрприз. А он хотел конкретно испортить этот праздник, потому что он сильно заждался. Ты будешь мне характер свой показывать или что? Не. Что такое? Ну что? Можно просто сидеть? Нельзя сидеть! Я услышала за дверью голос Артема и голос маленького мальчика. Интонации Артема были раздраженные, и возмущенные и немного агрессивные. Мне это не очень понравилось. Мы девочку хотели, и вот у нас такая девочка и получилась. Моя Зирочка. Спасибо, сынок. Забудь за все пиццы, за все праздники, что я тебе делал. Хорошо. Да. И можешь мне не звонить. Хорошо. Мне показалось, что Артем кого-то обижает. И мне очень захотелось разобраться в этом. Никита? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Что ты такой расстроенный? Что случилось? Ничего. Ну, рассказывай. Ну, хочу я гулять. Чего? Ты же с друзьями. Так твои друзья приехали? Угу. Пойдем хотя бы меня с ними познакомить. Я одна стесняюсь. Давай. Ну что ж ты будешь один здесь сидеть? Угу. Он был очень расстроен, он чуть не плакал. Ты за папу обиделся? Угу. Он на тебя накричал? Угу. Я увидела, насколько ребенок подавлен. И это меня очень сильно смутило. Начала выстраиваться картина, при которой я знаю хорошего Артема со мной, и ни нотки агрессивной, раздраженной я не слышала. И вот Артем с сыном был настоящий. И меня это очень сильно насторожило. Мы сейчас с папой помиримся. Я не хочу с ним мириться. Да ладно. Сейчас тогда я с ним поговорю. Тебе нужно побыть одному? Угу. У меня так вот крышу снесло. Мне эту ситуацию не хотелось оставлять вот так вот, бросать как есть. Пошли поговорим. Решила углубиться в сферу наших отношений и сказать ему то, что вот я чувствую. Я услышала кусочек твоего разговора с сыном. Угу. Честно тебе скажу, он мне не понравился. У меня сильный осадок после этого остался.
Было неприятно то, что Валерия увидела эту нехорошую, да, ситуацию. Он маленький. 11 лет. У меня такая же старшая дочка. И она тоже вытворяет иногда. Бывает, когда мне не хочется. Ты его забиваешь. Единственное, что я хотела сделать с твоим сыном, просто обнять и успокоить его. Я тебя таким не знаю. Ты со мной добрый, милый. Картинка, которая моя, и картинка, которой у сына, она другая. А мне важно видеть тебя настоящего. Я был немножко удивлен на эту претензию. Я не люблю, чтобы кто-то вмешивался в отношения мои с моим сыном. Я бесконфликтный, но есть пределы. Хотя я ему очень много позволяю, есть моменты, что я строгий. Да? Он меня вывел из равновесия. Так как у нас сынок определенного характера, иногда такое происходит. Он такой твердолобый. Можем объяснять, он замкнется и будет делать назло. Проблема в тебе, а не в нем. Угу. Это ты не можешь, взрослый, правильно ртом высказать то, что он хочет, чтобы он сделал. И если ты хочешь это поменять, ты должен меняться сам. Ну, может, мне нужно время, да? Мне бы не хотелось, знаешь, чтобы мы сейчас с тобой в отношениях, в законном браке, чтобы ты пыталась как бы мне навязывать. И не хочу, чтобы меня меняли. У меня прям барьер начинается, когда меня пытаются сильно поменять. Мы, в общем-то, поговорили. Я его не могла понять до конца. Меня очень волновала ситуация с сыном. Я ее не могла выпустить из головы, она меня напрягала. Я поняла, что нам требуется помощь психологов, и я вывесила белый флаг. Артем, я хочу, чтобы психологи помогли нам разобраться в том, что с тобой происходит. Я немножко был удивлен. Я все старался делать, и какие-то там сюрпризы, романтические какие-то вещи, или что она любит. Никакой ситуации тяжелой, критической не было. Но, тем не менее, Валерия вывесила белый флаг. Привет. Здравствуйте. Добрый день. Что стало все? Я случайно стала свидетельницей того, как Артем ругает своего сына. И я вижу картинку идеального Артема рядом со мной и совершенно другого человека рядом со своим сыном. Меня это как бы очень пугает. Как увидеть его настоящего, я не знаю. Ну, надо было сковородкой ударить меня, если она хотела посмотреть меня, какой я другой, да, вывести меня с равновесия. Я бываю такой, когда сын меня выводит на эмоции. Я устроил вечеринку, пригласил его друзей, и он пришел с насупленным лицом и сказал мне: «Отвези меня до мамы». Он хотел испортить этот праздник. Те, що я від тебе почула, означає, що ці вчинки, вони виправдані, якщо ситуація тебе доводить до певної межі роздратованості. Це нормально? Так, так, я вважаю, що це нормально. Скільки йому років? 11. Він вже входить в етап підліткового віку, і це досить такий складний етап. Агресія, вона породжує тільки агресію. Він в якийсь момент доросте до тої планки, що ця агресія направиться на тебе. Вернеться. І він почне давити більш слабких. Це для того, щоб відчути себе, ну, таким справжнім авторитетним, як колись був в його очах батько. Сын – это мое все, моя любовь. Самый главный человек в моей жизни. Я хотел бы, чтобы таких ситуаций с сыном больше не повторялось. Бывают моменты, досить складно знайти потрібні слова, особисто, якщо не було подібного досвіду. А мені чомусь здається, що в тебе не було подібного досвіду. Коли б тобі знаходили слова, коли була б така, знаєш, гармонія і любов в сім'ї. Ну так, да, я рос в сім'ї, у мене отец бив мать. А тебе? Бив. Я был непростой ребенок, такой шибушной, и в отхват мне и мама наказывала, могла. Дивись, я теперь могу сказать с уверенностью, Артем не тиран. Да.
Він просто в моменти, коли він не знає, як робити, в моменти безсилля, коли він, в нього немає інструменту, тому що не було правильної такої моделі, інструкції, з якої б він брав приклад. Тому зараз він її створює самостійно. І в ті моменти, коли він просто не знає, що робити, він прибігає до тої моделі, яка була в його батька. Це ми виключаємо. Так. Розумієш? Так. Намагатися шукати нові підходи. Еще он очень много рассказывает о всевозможных девушках. Это цветы подруги. Это мой тренер по йоге. Ты один мальчик на этом дне рождения был? Да, да. Такое бывает. Вот прям много разных. Навіщо ты пришел на проект? Твоя Построить цель? Построить отношения. Ты уверен, что они тебе нужны? Ну, честно. Мені здається, що ти прийшов на проєкт задля того, щоб сказати «Привіт, красавіця!» тільки на всю Україну. Це ж все шелуха і защита. Це все не справжнє. Ти це робиш не тому, що це дуже... Тому що мені в кайф. Ні. Да. Таким чином ти намагаєшся захопити оточуючих і компенсувати свою невпевненість. Ви нав'язуєте мені свою точку? Ні. Я был не со всеми согласен претензиями. Я хочу сделать ей приятно, чтобы она просто... Чтобы сделать людині приємно, потрібно розуміти, що їй подобається, Артем. Якщо ти хочеш викликати симпатію у жінок, ти можеш в кожній знаходити щось особливе, але щоб це було не для галочки, а щоб це було по-справжньому. Ну, в когось гарна посмішка, в когось гарні очі. Давайте, давайте, я все равно такой, какой я есть. Вы думаете, что так, а я все равно считаю, что я прав. Мне кажется, в жизни две главных вещи. Это мои принципы. Это быть на позитиве и всегда прогрессировать в чем-то. Ты счастлива людина? Ось ты можешь себе назвать цілком счастливою людиною? Очень счастливый. Ты хочешь таким здаватися, Артем? Знаешь, ты не асоціюєшся з сумним клоуном. Знаєш? Який відпрацював спектакль, прийшов додому, і все грустно. Змив грим і залишився дуже сумним і нещасним, по суті. Які були якісь такі події в твоєму житті, які ти відчуваєш, що відобразилися на тобі? Наверное, розрив з жіною. З чиєї ініціативи було розставання? Супруга ушла. Чому пішла? Может, из-за того, что я вел образ жизни такой больше, как бы... Гулящий? Ну, наверное, да. Да. Мы 2 года не вместе. Я так думаю, это самый такой тяжелый был период в моей жизни. Я даже не мог слышать ее голос. Мы не списывались, я ее заблокировал везде. Я слышал ее голос, у меня сразу сердце выпрыгало. Такая сильная была любовь. Последние эти 2 года, как мы расстались, с очень с многими познакомился там, где-то в зале или еще где-то. Вроде бы и начинали сближаться, и я себя так затормаживал, думаю, да, неохота переживать этот досвид, да, там, мучаться опять, и будь, наслаждайся жизнью, будь один. Угу. Це може бути так, що тобі було дуже боляче. Угу. В той момент ти закрився від близьких стосунків з жінками. І оце насправді «Ей, красавіця» – це як фраза, яка тримає на дистанції цю жінку. Тут мені стало все зрозуміло. Бо ти ту свою пустоту внутрі, він закриває качествами от, із от цих фразочок. Насправді ти зовсім інший всередині, аніж ти намагаєшся продемонструвати це зовні. Ти зараз знаходишся в такій позиції, що я от оберу собі, ну от прям ідеал-ідеал, а потім я піду вже в стосунки, і там 100% складеться. Але якщо в нас внутрішній дисбаланс, якщо в нас страх, не складеться. Мені допомогли зрозуміти, що я під цією маскою прятав. Конкретно я побачив свої помилки зі сторони. Помогите, що зробити?
ми дістаємо тебе справжнього. Залишаєш все, все те, що ти робив до цього. Виключаємо всі ці маски-клоуни. Так. Ми починаємо діяти. Мінятися я попробувати хочу. Попробувати – ключове слово. Да. От для... Я йшла на проект з тим, щоб увидіти мужчину, який говорить і діляє. А він що, нічого не робив для тебе? Наповнив ванну джакузі. Масаж, да. А ще? Зажигає свічі в ванні, коли утром я встаю. Кофе з цвітами з пробіжки принес. Валерии мне не нравилось то, что она замечала стакан не наполовину полный, а наполовину пустой. Він все одно старается, робит правильно, неправильно. А что ты сделала для него? Я принимала его ухаживание. Для меня нормально, когда мужчина сначала делает много, я потом начинаю делать в ответ. В стосунках завжди вклад роблят двое. 50 на 50. Я себя веду, так я веду в жизни. То есть я всегда... Мужчина добивається мене, ну, більше, сильніше. Артем себе поводить так, як звик в житті. Ти себе поводиш так, як ти звикла в житті. Але ця ситуація не така, як у вас в житті. В тебе є дуже багатий досвід виходу заміж, да, і дуже маленький досвід стосунків. Угу. І в тебе немає мотивації справлятися, вот, з кризами. Але ти, оскільки вже мала негативний досвід, да, і ти вже дуже уважно відслідковуєш, да, оці, да, моменти. І тільки щось побачила, що можливо там може бути. Я зразу. Хоча б і все, я закрилась, білий прапор, стосунки не будуємо. Ти з тих, хто ставить кліше. А як думаєш, це така нормальна робоча версія для стосунків? Для стосунків, мабуть, ні, але я нам не дуже привична. Артем, да, до речі, да, йому набагато більше є чим поділитися в цьому досвіді, тому що він пройшов багато криз. Першого року, народження дітей і все інше. Як ви все розписали правильно, я, ну, мені об'яснили. Да, действительно, я легко выхожу замуж. Я бы хотела, наверное, более долгих отношений. Вот влюбленность когда-то заканчивается, и страсть когда-то заканчивается. Она превращается в уважение, доверие там, и прочее. Близьких стосунків, то їх і немає. Є перший етап. Угу. У Артема їх немає, тому що страх. А в тебе немає, тому що ти до нього просто не доходиш. Ну, да. Вже пора перейти на стадію дій. Якщо ти будеш сидіти, да, і чекати, да, то нічого не буде. Ти така, знаєте, любіть мене. Варто зробити щось у відповідь. Не просто, знаєш, там, я видержу 33 його якісь дії, а потім я зроблю одну. Угу. Ні. Чесно говоря, да, мені було б дуже приємно, якщо б в мою сторону теж якісь були такі приємні моментики. У вас є 7 днів. Ви кожен закляк в своїх переконаннях оцих. Між вами оця дистанція така, прямо вітер гуляє. Хоча при цьому, якби ви зблизилися і намагалися зрозуміти одне одного, можливо, ви б відкрили в собі, в першу чергу, щось, що вас би дуже здивувало. Я дуже сподіваюся, що ви використаєте залишок своїх подружніх днів якісно. Ви будете говорити, слухати і чути. Дякую вам большое. Ви дійсно намного ми сьогодні відкрили очі і прям легче стало, коли з вами поговорили. Дякую большое. Ему нужна была хорошая встряска. Вот, и мне тоже. Когда уходил, по воздуху прям летел. Я понял, что у нас есть шанс построить отношения. Мне очень захотелось это прям попробовать. После этого я наконец-то решила сделать ему сюрприз. Так как Артем любит экстремальные виды спорта, мне хотелось поддержать его в его таких увлечениях. Мы поехали на скалодром. Я удивлен. Сделала мне такой приятный сюрприз и экстрим. Для меня это реально очень большое событие в жизни, потому что до этого времени я никогда ни с чего не прыгала, никуда не лазила. Я боюсь высоты выше метра. Нахватывает паника. И хочу преодолеть этот страх с тобой. Давай, я тебя буду поддерживать. Мне было это тоже очень приятно, что она хочет перебороть свой страх и побыть в моей стихии, в экстремальной. Вместе рискуем? Рискуем вместе. Давай. Кайфанем. Нужно, главное, получать удовольствие от этого. Залезть нужно до самого верхнего
этого камешка там есть табличка «Топ». Мне было сильно страшно. У меня потели ладони. Но если я уже сказала «А», я скажу и «Б». Давай сделаем это вместе. И я полезла. Эти камушки, они скользили. Лезем вверх. Страшно? Да. Да? Да. Были моменты где-то, может, на середине подъема. Она сильно волновалась. Мне очень страшно уже. Мне неудобно тут все. Артем подсказывал мне там, за какой камушек взяться. Это сюда. И ногами. Давай, ногами. Ногой. Просто для меня было важно не посмотреть вниз и не останавливаться. Скажи мне, что все будет хорошо. Все будет хорошо в любом случае. На ноги больше, да. Здесь ногами. Еще немного. Я ей помог и немножко притормозил, чтобы Валерия еще и первее достигла финиша. Топ! Топ! Ты победила! Это какой-то детский восторг. Мне было страшно, но я поднялась первая. На один страх у меня стало меньше. Я переборола саму себя, и он мне в этом помог. Спасибо, что ты был рядом. Класс, класс. Спасибо тебе за то, что подарила мне эти эмоции. Адреналин. Мы обнялись, и даже не один раз. И стояли минутку, так обнявшись. Мне было очень от этого приятно, так как в мою сторону тоже какие-то были такие приятные моментики. Дома. Я решила приготовить ужин, поджарить рыбку, сварить рис. Я предложил Валерии готовить вместе. Руководи, давай, подсказывай, что делать. Для начала нужно наполнить кастрюлю водой и поставить ее на огонь. Мне хотелось помогать. 3 огурца, 2 помидора и 1 желтый перец. Можешь подать мне доску, пожалуйста? Сейчас. Она делает одно, я делаю другое, она там третья, я четвертая. Придерживай. В паре я еще рис не варил никогда в жизни. Как бы такое было сближение или совместная какая-то работа семейная. Мне понравилось делать это вместе. Рис идеальный. А рыбка? Супер. Да? Попробуй помидоры. Вот, они идеально нарезаны. Обрати внимание. А перец как красиво нарезан. Боже мой. А эти огурцы. Мне с Валерией комфортно. Она очень поменялась. Я на нее по-другому начал смотреть. Какой у тебя был первый самый экстремальный поступок? Самое первое экстремальное у меня приключение было роуджампинг. Это было мега. Я помню, это такая перезагрузка. Ты, не знаю, ты как будто вылетел с тела, прям душа у тебя уходит. И потом возвращаешься, ты в другом теле уже, или ты другой. Ну, что-то, какой-то переломный момент. Была достаточно расслабленная атмосфера. Появилось просто живое, нормальное общение, которого я ждала, в принципе, на следующий день после свадьбы. Благодарю тебя за этот чудесный ужин, за наш новый уровень отношений. Давай, за нас. На следующий день у нас опять сюрприз. Я решил ей подарить новые эмоции. Мы будем сегодня катать на вейк-серфинге. Я вообще не знаю, что это такое.
Было переживание за то, как Валерия будет впервые это пробовать, и у нее будут какие-то эмоции, и мне от этого тоже так немножко эмоции такие переполняли. Артем, приятно. Валерия. Я Леша, ваш тренер. Вейксерфинг – это серфинг за катером. Мы выходим с помощью троса из воды, и дальше задача выбросить веревку и словить волну, словить баланс. Ничего себе! То есть даже ты не держишься вообще ничего? Да, в этом держите вообще... меня, за что ухватите. Артем захотел, чтобы я разделила с ним его экстремальное удовольствие. Мне хотелось поддержать его. Бросилась в омут этих экстремальных путешествий. Мы сели в катер, я доверяла Артему в этот момент. Прям это как селфи. Сейчас все ты почувствуешь. Мне было комфортно, я чувствовала поддержку, было хорошо. Ну что, будем пробовать? Да. Давай. Не бойся, просто кайфуй. Я встала на доску с первого раза. Я никогда в жизни не встала ни на какой доске. Меня эмоции переполняли, что у нее получается. Я очень был счастлив, рад за нее. Я видел, что она была рада. Там поддерживал, кричал: «Давай!» Слушайте, ну это ж классно. И я реально, как настоящий серфер, прыгала по волнам. Это было настолько классно, что, наверное, вот вейксерфингом теперь не входит у меня в раздел экстремальных. Перешел в разряд тех вещей, которые мне нравятся. Ну что, теперь ты. Артем встал на эту доску. Я в тебя верю! И я тут увидела настоящего Артема. Вот это счастливое выражение лица, я поняла, что вот он, Артем, привет, приятно познакомиться, вот ты настоящий. Вот, это маленький мальчик, который просто искренне кайфует от всего, от жизни. Когда он говорил, что я очень люблю экстрим, ну, я воспринимала это как хобби. На самом деле, экстрим – это его жизнь. И вот тогда я его увидела классным и настоящим. Это очень крутые эмоции, ощущения вообще, и адреналин, и я был такой счастлив. Когда мы уже закончили кататься, он попросил, чтобы его на тросе дотянули до самого берега. Боже, его там швыряло так. Болтыхался, как маленький ребенок, и был счастлив, наверное, на седьмом небе. Мы вместе пережили, и она, и я, впервые эти эмоции, да? Впервые в своей жизни. Ни с чем не сравните, вообще непрерываемые ощущения. Мне очень понравилось, и мне казалось, что мы стали ближе в этот момент, потому что я стала понимать его в его таких увлечениях. И стала их с ним хоть немного разделять. И так, и на боку, и вниз головой, класс, вверх головой. Класс, я обожаю. Вот реально я на эмоциях так вот притянула его лицо себе. Поцеловала, обняла меня в щеку. И это было, ну, настолько глаза светились, сияли. Мне было очень приятно. И от поцелуя, и вообще от того, что она очень счастлива. Хотелось еще больше провести время совместно.
Спасибо. Мы сидели, пили шампанское, обсуждали те метаморфозы, которые с нами произошли за эти 6 дней. Я хочу тебе рассказать о своем мнении о тебе за эту неделю. Честно, оно менялось, разворачивалось на 180 градусов. Угу. Когда ты открыл мне фату, ты мне понравился. Когда на следующий день в супермаркете ты сказал продавщице «Привет, красавица»? Ты очень красивая, знаешь? Я люблю тебя. У меня так немножко ёкнуло. Думаю, ладно, посмотрим, что будет дальше. И согласись, что правильно мы сделали, что вывесили белый флаг. Полностью согласись. Согласен, полностью, да. После этого я открыла для себя экстрим. Да. Серьезно, это было самое экстремальное свидание в моей жизни. Ты смотрела уже на меня с другой стороны, да? С той, какой я есть, и принимала меня, и получала удовольствие, да? Это крутые эмоции вообще. Я малоэмоциональный человек. Угу. Я вот благодарю тебя, что ты открыл во мне новые эмоции. Помог побороть мои страхи. Топ! Топ! Ты победила! Мне казалось, что меня уже, наверное, особо ничего не поменяет. Я тебе могу с уверенностью сказать, что эти 7 дней поменяли и меня. Я чувствую, что Валерия поменялась, я ее вижу совсем другой. Во многом уже она открылась мне. Она более общительная какая-то, более мягкая. И я по-другому начал смотреть на Валерию. Это очень крутая неделя. И она кардинально будет менять мою жизнь. Давай выпьем за новых нас. Давай, давай. Когда к нам пришли психологи, Ирина сказала, что, возможно, Артем не готов к отношениям. И я подумала, а может быть, к ним не готова я? И я об этом думала несколько дней. Сегодня я поняла, что я абсолютно готова к новым отношениям. Я в начале проекта говорил, что у меня много подруг, да, есть. Но Валерия, она отличается от всех моих подруг. Это очень полезный для меня, не знаю, жизненный урок, шаг. Это было круто. Мне казалось, что Артем побоится того, что я скажу «нет», и поэтому он скажет «нет». Мне было непросто принимать решение. Я волновался сильно. Я не знал, какое решение примет Валерия. Привет. Добрый вечер. Як ви? Як настрій? Я волнуюсь. Ти хвилювався і на весіллі? Да. Валерія, а ти, я пам'ятаю, не хвилювалася на весіллі. А зараз? Щось а зараз мені дуже волнительно. Ви знаєте, я почала сприймати це все дуже серйозно. На весіллі мені казалось, що це як-то пройде легше. На самом деле я тут прожила маленьку життя. Головне питання вечора. Чи залишаєте ви обручки? І почнемо ми з тебе, Артем. Не хвилюйся, дивись, все нормально. Все нормально. В початку проєкту мені було непросто, так як Валерія якісь мої недостатки замічала. А після розмови з вами Валерія кардинально змінилась. И она вышла с этой строгой и стала более женственной. Я на это очень сильно обратил внимание. Мне очень понравилось, она открылась. Но я принял решение кольцо не оставлять. Я хочу остаться Валерии другом. Сразу может быть дружба. Потом как-то вы ближе узнаете. Потом за неделю этого не узнать. В такому випадку люди залишають обручки. Я просто не розумію, ти віддаєш в обручку, але при цьому говориш про те, що ти продовжував спілкування за межами проєкту? Я не готов на даний момент бути в відносині. Мабуть, ти не розібрався із колишніми стосунками? Так. Ти не готовий, що ти зможеш пережити ще раз таку біль? Точку, так. Да.
страх, что я привяжусь и потом опять буду мучаться. На данный момент я не готов. Это мое окончательное решение. Лера, твое решение? Я увидела человека с разворотом на 180 градусов. Сначала он был одним, а потом совершенно другим. Цей новый Артем сподобався тобі більше. Однозначно. Так ты волнуешься, я это чувствую. Артем, ты к отношениям не готов. Поэтому я предлагаю быть нам с тобой хорошими друзьями. Поддерживай. Віддайте обручки. Жаль. Тому що вам є що одне в одному розкрити. І якби, можливо, було трошки більше часу, все склалося по-іншому. Артем, он очень хороший. Но сейчас он как маленький мальчик. Ему нужно еще собрать себя для того, чтобы он мог стать хорошей, надежной опорой для своей семьи. Я думаю, что через какое-то время он обязательно таким станет. Здесь не Валерии дело, а во мне. В первую очередь нужно быть готовым к отношениям. Может, отпустить какие-то страхи, которые озвучивали Ирина и Даниэль. Я не зарекаюсь, что не могут наши дружеские отношения перерасти в отношения пары.